Всех приветствую на нашем канале. Сегодня вопрос у нас чистоты. Покажу, как я ухаживаю за своими кухонными тряпочками. Они у меня из микрофибры. Пользуюсь ими по много лет. Ничего абсолютно не выкидываю. Я как раз помыла духовку. И вот решила вам показать, какая чистенькая она сейчас станет через 10 минут. Для этого мне необходима металлическая посуда, кастрюлька, в данном случае у меня кружка, стиральный ваш обычный порошок, которым вы пользуетесь, немножко белизны, и все, и закидываем тряпочку. Ставлю на огонь и кипячу. Все поставили на газ, на медленный огонь. Закипит. Немножко подержим на медленном огне. Выключаем. И хорошо промываем тряпку. Закипело. На медленном огне. Немножечко покипятите ее. Вот уже вода грязная. Покипело. Выключаем. Тряпочку прокипятила. Немножко она в этой водичке постояла. Видите, какая вода грязная. Сейчас прополаскиваем хорошо. И все. Тряпочка чистая, свежая, вкусная. Все, наша тряпочка чистейшая. Можно пользоваться. Так делаю каждый раз, когда тряпка загрязнится. Поэтому тряпочек хватает надолго.